Привет, друзья! Я сейчас нахожусь на даче. Хочу вам показать, как у нас капуста растет. Капуста прекрасная, растет у нас в этом году очень здорово. Вот такая капусточка выросла, и уже много мы съели. И вот такая красавица выросла. Сегодня я хочу приготовить блинчики с тушеной капусточкой. Я немножко ее прожарю, чуть-чуть. Приготовлю блинчики. Начинка у меня будет и капуста. Еще у нас очень много вишен тут. И с вишнями. Ну вот я ее срежу сейчас. Какая у нас красавица она. Вот так вот ее порежем. Срежем. И заберем. Вот так. Ну вот нашинковала капусты молоденькой. Немного. Вот здесь у меня. И прожарю на сковородке. Даже тушить не буду. Немного прожарю. С луком репчатым. Укропчиком. Немножко специй посмотрим. Просто прожарю. Это будет начинка для блинчиков. Нашла под яблоней такие два зеленых яблока. Джанешта. И хочу их порезать мелко в капусту. Ну, вот так я нарезала мелко яблоко. Сейчас все это прожарю на сковородке. Вот так я капусту обжарю. Добавила немного воды. Грамм 100. И сейчас я яблоки сверху. Пусть вместе жарятся. А затем уже лук. И я недолго буду. Совсем недолго. Под крышкой. Чтобы чуть-чуть прихватилась капуста. И на вкус попробуйте вкусно. И вот так яблоки. Капуста с яблоками будет. Попробуем, какая вкуснота будет. Я люблю салат яблок потереть. Ну и вот я еще и сделаю так, пожарю. Вот так наша капуста готовится, жарится. Стоит очень приятный запах яблок. Ну, конечно, если вы не имеете дачи, возьмите обычное яблоко, желательно, чтобы оно было кисленькое. И я дождусь, пока выпарится влага, добавлю лук. И все это еще немножко прожарю. Томатной пасты чуть-чуть. И специи, какие вам нравятся, любые. А сверху еще посыплю зеленью, укропом у меня приготовленные. Я люблю черный перец, чтобы был. Паприка. Вот такое. Вы любые любимые ваши специи. Можно какие-то травы итальянские я применяю. Продолжаем готовить. Посолила. Тут сладкий перец красный. Черный перец у меня тут. В моей такой ступке. Добавляем. Сейчас я уже не укрываю, а просто жарю. Пробуем на вкус и уже снимаю. Добавила еще своей любимой томатной пасты. Сейчас перемешаю 2 минуты и готово. Она уже не тушится, а жарится. Ой, вы знаете, получается, я попробовала на вкус, насколько вкусно. Такой идет аромат от яблока и кислинка от яблока. Честно вам скажу, никогда нигде не видела, чтобы добавляли при тушении яблока. Сама придумала. Но, знаете, очень удачно. Берите на заметку. Готовим тесто для блинчиков. Взяла муки. Добавила столовую ложку сахара. Третью часть ложки. Или пол чайной ложки нужно соли. И 3 яйца сейчас вобью. А воды сколько войдет. Количество ингредиентов скажу потом. Вот так яйца. Сейчас все перемешиваем. Добавляю воду. И размешиваем для тонких блинчиков такое тесто, не густое. Вот такое тесто. Жидкое. Как для тонких блинчиков. Сейчас оставляем тесто постоять и будем печь.